Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Ну, это не первый раз. Как все равно домой. Это называется гостеприимство. Мы на Маяковку, как все, домой уже ездим к вам. Потом будет контент. Игорь, снимаем в интернете. О, хорошее поле. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Жан, прическа топ. Спасибо. Пошли, давай. Пошли, поп. Сюда. Кто там был с тобой? Активно прессинговать игроков линии обороны на половине поля Минска. И видим, что Динамо только под крики тренера такие пытается это делать. Давай,
футбольного клуба «Микс» за «Белгород» под номером 11 была именно кому мы подаем? Нам не скучно было, нам нужно так вот так вот. Давай мы подаем на кого. И не меньше метра от людей, которые кашляют или чихают. Соблюдайте правила рассадки на трибунах. Придерживайте шахматного порядка. Where are you from? Yeah. 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 Yeah.
years before. Yes. Italia, when you were to Romania and after to Dinamo, right? Yes. And after I came to Cambodia. I remember. You are Italian brother. Yes. I remember. Yeah. But how everything's good? Yeah, bro. Yes.